До окончания регистрации на централизованное тестирование остается всего неделя. Записаться на экзамены можно до 1 июня. В Минской области пункты регистрации работают в Молодечном, Борисове и в Солигорске на базе горно-химического колледжа, где уже зарегистрировалось 2200 человек. Пункт регистрации работает в будние дни с 9 до 19 часов без обеда, в субботу с 9 до 18 часов, воскресенье – выходной. Последний день регистрации 1 июня. Специалисты пункта регистрации напоминают очередность регистрации для абитуриентов. Сначала подается заявление, потом производится оплата в банке и только потом выдается пропуск для участия в ЦТ. Первое испытание по белорусскому языку пройдет 12 июня. Пункты прохождения испытаний откроются в 10 и 11 школах, а также во 2 гимназии. Напомним, с этого года абитуриенты могут сдавать по 4 теста. Нынешние сертификаты тестирования будут действовать не год, а два.